Всем привет, с вами Неломоб, мы продолжаем играть в игру под названием Крикс. Скрип, что в переводе означает продолжить, клацаем и смотрим, куда нас загрузит. С какого момента мы там с вами начнем, где мы остановились. Было уже, по-моему, две серии у меня по этой игре. Если вам интересно, как я проходил предыдущие уровни, то ссылка в описании будет на плейлист. И спасибо всем большое за поддержку в виде лайков. Так, поехали, все сказал. Поднимаем вот это дело. Красивые фрески, точно-точно, я уже вспомнил, что мы здесь на фресках красивых с вами остановились. Так, есть там вон медуза, я так понимаю, что если я открою этот рычажок, так, внизу собака, кусака, собака. Так, а если я тут нажимаю этот рычаг, что происходит? Закрывается тумбочка. И что? Куда она полетит, если я тут закрыл ей тумбочку? Просто обратно пойдет, правда? А если не закрыл бы я, то она бы меня сожрала, скорее всего. Если я прыгаю вниз, то там нужно каким-то способом это существо... А, может быть, оно просто увидит здесь спуск и вниз полетит? Эй, эй, медуза! Мы медузы, мы медузы! Мы похожи на арбузы. Наверх нельзя спрятаться, здесь тоже. Я надеюсь, что здесь сейчас она вниз просто полетит, когда я подойдет поближе, что ко мне она прям... Нет, она ко мне идет! О, нет! Нет! Сожрала меня медуза, сожрала меня коварная. Все, она меня ужалила, и все, и гоплык наступил мне. А что здесь можно сделать? Надо подумать, надо поразмыслить. Первое, я могу это открыть. Если я прыгаю вниз к собаке, заканчивается это все для меня печально. Я пока что вообще даже какое-то представление не имею. А если я вниз прыгну? Собака меня сразу замечает, и все, и ест меня. А как тогда здесь? Что здесь можно еще придумать? Тут вариантов нету больше никаких. Или я чего-то недопонимаю? Как-то какую-то механику не понимаю. Смотрит вверх-вниз, уходит. Что я тут не понимаю? Эврика, я догнал. Все, я понял, как это пройти. Я понял, до меня дошло. Открыть я должен вначале. Потом вот здесь я должен тоже открыть. Теперь для того, чтобы она пошла у меня наверх, мне нужно будет за ее спиной двигаться и закрыть просто. Все, я понял. Это все просто на самом деле. Так, закрываю. Открывается. Идет она сейчас обратно, бежит к себе. Я двигаюсь за ее спиной. Тут я закрываю, чтобы она пошла вверх. Она идет вверх. Я не знаю, нужна ли мне это, но я открою, ладно. Она идет сейчас сюда. Она должна просто туда убежать. Я ее обошел как будто таким образом. Она летит туда в конец? В конец летит. А я за ее спиной сразу же закрываю дверь. И тогда она врезается в дверь, летит вниз. И, соответственно, собаку пугает. И она в угол ее стаскивает. Все, я понял. Вот здесь вот. А куда мне теперь деваться? Ой, она вверх полетела. А я тут должен спрятаться. Все, тогда все нормально. Я испугался, что мне никуда прятаться. Она вверх летит, видите? Она делает такой кружочек. И все, она вниз собаку сейчас будет пугать, спускаться. Я догадался. Недолго тупил. Фух. Все, собака столкнулась вниз, а я вниз спускаюсь. Вернее, в правую сторону собаку столкнули и сами спустились быстренько вниз. Вниз. Вниз, 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 вниз. Что у нас здесь? Что там? Опять в щель смотрит. Подглядывает. За вороном снова? Где ворон? А вот он поднимается. Чем там занимается? Какими-то непонятными делами твор. Он постоянно какие-то книги ищет. Что-то хочет что-то разгадать. Какую-то книгу пытается подобрать. И чё? И чё это? И чё это? Куда он ушел? По какому-то деревянному мосту, короче, ворон от нас умотал. Ушел в неизвестном направлении и сказал, я ухожу от вас, но обещаю вернуться. Ладно, смотрим, что здесь. Ух ты. Какая красивая зона освещенная. Но здесь нам делать нечего. Идем вниз. Так, тут у нас снова медуза и большая локация. Подождите-ка, что здесь такое? Кнопочка, которая опускает для меня дверь. То есть, да, нам нужно что-то поставить. Это у нас свет. Подсветка для медузы, что ли? Куда она...
Ко мне, что ли? Нет, не ко мне. Ладно, я два света включил. Могу вниз спрыгнуть. Что здесь? Не понял пока что. Тут тупик. А как мне теперь сюда выбраться? Зачем я сюда спрыгнул? Кажется, я застрял здесь. Зачем я сюда слазил? Нет! Я должен... Я мог там спустить... Я мог там слезть. Я мог спрыгнуть там вниз, видимо, да. Меня медуза засасывает. Засасывает меня медуза. Так, еще раз, значит. Начинаем с того, что мы можем здесь включить свет. А, можем спуститься, в принципе, по лестнице. Мне нужно попасть куда в итоге? Ой, тихо. Вниз, короче, иду. Посмотрим, что тут. Вот лестничка. Мне нужно медузу заставить двигаться в правую сторону. Как ее? И включить свет, чтобы ее превратить во что-то, да? В тумбочку какую-то. Чтобы я сюда мог проникнуть. Так, куда это не летит? Свет ей не дает пройти. Так, а я могу тут посмотреть с краешка? Что тут творится? Ничего не творится. Ладно. Тут у нас тоже есть включатель. Вот. Мы должны найти способ, как управлять этой, этим существом. Зачем мне сюда перепрыгивать? Куда ты пойдешь сейчас? Налево, направо? Ага. Нам нужно задать ей правильный путь. Мы можем так задать ей правильный путь, чтобы она двигалась туда, куда мне нужно в первую очередь. Например, если вот здесь она смотрит, сюда залетит, потом вот здесь залетит. Наверное, здесь надо включить, что ли? Или не нужно? Вот, сейчас посмотрим, как она будет лететь. Я просто не понимаю, как, какой алгоритм ее. Как она должна летать. Вот вниз она идет. Потом сюда пойдет. Врежется, пойдет вверх. А это как управляется? Это чем управляется лампочка? Не знаю. Ой, мне наверх надо. Она куда? Она просто ударилась. Ага. Она просто ударилась об стенку и ушла. А мне нужно было здесь включить свет, что ли? Чтобы наверх улетела. Ой, ко мне идет. Тут что-то тут намудрили. Так, тут она об доску ударится. Тут я спрятан. Это, наверное, надо выключить все-таки. В конце включу. Значит, вначале она пойдет вот здесь у меня. Потом она пойдет вниз, тут пойдет. Вот здесь, когда она ударится в стенку, вверх она не прилетит, потому что там мешает доска. А вот воздух ее поднять можно. Сейчас попробую это дело сделать и посмотрим, как она себя поведет. Вот тут я отключил. Так, а может быть мне надо бы и эту включить штуку? А, точно. Я, кажется, понял, как это проходится. Так, надо вниз сейчас. Включаем. Отходим. Она летит вверх, по идее, да? И у меня должна была быть уже тут лампочка включена, скорее всего, чтобы она вверх пошла. Поняли? В чем загвоздка? Она сейчас по кругу пойдет. Вниз. Так, мне должна была... Вот сейчас у меня должна была уже лампочка быть другая включена. Вот эта, которая левее. Тут она сейчас ударится, пойдет... А я должен был уже спуститься вниз и включить ей свет здесь. Но в то же время мне должна была быть уже та лампочка включена. Как я должен был это дело успеть сделать? А может я тут успеть, если так за ней сразу двигаться быстренько? Включил. И обратно возвращаюсь. О, скорее всего вот так. Теперь она будет ударяться в стенку вправо, потом подниматься вверх. И по идее все должно быть хорошо у меня. Так, по идее. Но я ничего не пока не уверен. Вот она летит наверх. Потом она, наверное, я надеюсь, полетит снова налево, как и было ранее. Потом куда? Вот здесь она полетит вверх. Потом врежется в потолок, повернет направо. А здесь я ее уже нажму. Это включатель для света, чтобы она превратилась в тумбочку. Есть! Не в тумбочку! Медузы превращаются в глобусы! Подожди, нам по Space можно было нажать. Есть! Прошел. Это было несложно на самом деле. И либо я... как-то догадался, не знаю, но мне показалось, что это головоломка интересная, но не очень сложная. Интересная, но не очень сложная, да, так и есть. Идем дальше. Я иду по мосту, и мелодия играет. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Прикольно. Так, что за кнопка? Очень подозрительная кнопка. Что произойдет, когда я на нее нажму? Что-то едет? Это лифт. Наверх.
Нашел лифт себе. Подымаемся. 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 Так. И куда это я приехал? Похоже на голову рыбы. И что мне надо... Ой, рот открывается. А, прикольно. Тут были балконы в форме крыльев. Теперь какая-то такая дверь в форме головы рыбы. Классно так. Так, классный уровень. Симпатично так все нарисовано. Хочется рассматривать. Цветы. Цветы, цветы. Ой, рыба закрылась. Ну вот так. Такого я не ожидал, конечно. Так. Тут у нас есть кнопочка. Ой, медуза. А что это дает? Space. А, двигать лампой могу. Ничего себе. То есть, а что мне? Цветок. Цветок распускается, когда я навожу. Ничего себе, гляньте-ка. А что это значит? А здесь подвожу, зонтик мешает свету. А тут тоже цветок распускается красиво. Может быть, как-то медуза будет реагировать на эти цветы? Так, а ну-ка откроем. Допустим, сейчас туда отправим вниз. Она ударится об зонтик и от света испугается, полетит вниз и как-то отреагирует на цветок, наверное. Что будет с медузой, когда она цветок сожрет этот? Не знаю, я пока что вот так. Или ничего не будет? Смотрит. Ничего с цветком она не делает. Мне нужно просто ее, наверное, поджечь было. Зажал ее, смотри. Я ее просто там закрыл. А как за счет чего решетка открывалась? Не понял. А, кнопка вот эта вот. То есть мы должны как-то наверху ее превратить. Это синий цветочек. А как я должен ее поджечь? Нет, нет, я сейчас сам сожжусь. Сожгусь. Все, она в углу загнана у меня. Но! А, это максимум. Больше нельзя ее там загнать. Это все максимум. Как же тут... Как ее загнать в угол? Как ее превратить в тумбочку на втором этаже? Непонятно пока что мне, ребята. Непонятно. Надо подумать. Лестница. А если я попробую по лестнице наверх залезть? Ух ты! И что наверху? Ух ты, я залез, я помню с прошлой серии и крылья, которые я говорил вам, балкон из крыльев, и с этой, я там на балконе стоял и видел этого петушка, этот ветряк, я его видел. Тут нельзя спрыгнуть, ничего нельзя, нельзя, как мне тут это, как мне заманить на эту сторону, как мне его на ту сторону, на зонтик, оно пойдет туда, ага, я, кажется, понял. То есть мы спрячем на зонтик лампочку, оно будет проходить себе туда спокойно. Я кругом обойду его. Так, вначале нам нужно открыть все-таки, наверное, эту шкатулку. Пошло туда внутрь. Теперь лампа будет у меня за зонтом спрятана. Она пройдет сюда, а я с другой стороны должен быстро схватиться за рычаг и потом ее туда в угол загнать и превратить ее в глобус. Правильно я себе прикинул все? Так, ударилась она, посмотрелась, развернулась. И мы должны ее сюда впустить. А, видимо, времени мне не хватит, мне нужно как-то сделать. Или хватит? Вот она пошла, а я вниз прыгиваю. Или хватит? Не знаю. Не знаю пока что, ребята, не знаю. Стараюсь быстро, стараюсь быстро, стараюсь быстро. Хватит время, хватит, все нормально. Все, как, я как себе все представлял, как я себе в голове представил, так оно все и оказалось. Круто, отгадал. Ну, ой, тоже интересная головоломка, согласитесь, интересная. Мне понравилось. И предыдущий, и это обе головоломки интересные. И знаете, что самое интересное? То, что ты, это самое, играешь в игру, и они как бы такие, как бы, с одной стороны, сложные головоломки, но с другой стороны, ты можешь сам их отгадать. И ты такой думаешь, о боже, какой я умный. Опять этот ворон, который читать любит. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Это кто за птица такая? Кто это такой? Ты что-то про книгу спрашивает у него что-то. И что? Пугает там, про кого-то, какое-то существо какое-то рассказывает. Это его ружье, палка. Про книгу что-то ему пытается сказать. И что? Я не понимаю их языка. Они только урчат и бухтят.
что происходит? Что-то книгу подбирает, все не то, все не то. Он про какую-то книгу у него, видимо, спрашивает. А он говорит, не та книга. И чего? Они какую-то книгу ищут. Но зачем им эта книга? Какую-то книгу ищут, короче. Так, мы ее сверху спустились сюда. Это что такое? Новая голова... Памятников полно, бюстов. И они, по-моему, даже моргают. Так, это что такое? Ага. Кто-то жует, шарик надувает. Ты чего? Памятники шарики надувают, вы это видите? Это напоминает мне какого-то Гарри Поттера. Там, где каротины были живые. Так, у нас есть собака. У нас есть такая вот лампа. Но это на втором этаже. Мне нужно собаку туда... Как я могу это включить, находясь здесь? А, есть рычаг, понял. Так, подождите-ка. Я снова могу таким механизмом управлять. Вот этим механизмом могу управлять снова. Могу собаку... Не дать собаке ко мне проникнуть. Мне нужно собаку превратить в тумбочку. Каким-то образом. Она же не будет бежать. А я не могу нигде тут спрятать этот фонарь. Никак не могу спрятать фонарь. Как мне собаку в тумбочку превратить? Как мне собаку в тумбочку превратить? Алло. Он постоянно работает. Эй, собатюра. А, может вот так? Смотри, сейчас она будет обратно возвращаться, а я ее в тумбочку превращу. Да все, иди обратно. Одну... Ну, а и зачем мне ее превратить в тумбочку? В чем прикол? Допустим, ладно. А, она все равно обратно же вернется. Ну, логично, да. Логично, что она обратно, когда я слезу с этого штуки. Мне нужно разобраться, как мне... О, тут какой-то Дракула был только что. Да не все шевелятся, меня это настораживает. Как мне эту собаку забайтить? Может, прям вот так вот? Пока она там рычит, а я сейчас ее... А она просто от света отпрыгивает, поняли? Она просто от него отпрыгивает. Тут есть какая-то такая зона, где я могу собаку сильно к стенке прижать. Собаку прижать к стенке. Такой зоны, по-моему, и нету. Ага, я могу заставить собаку встать на кнопку, по-моему. Поняли? Внизу. Кажется, вот так нужно сделать. Мы можем заставить собаку встать на кнопку. Загнать ее светом на кнопку, поняли? Она на коврике своем сидит. Оп. О, видите, она тут ждет меня. А теперь я буду... Вот, она боится света. Я ее на кнопку, соответственно, загоняю. Догадался. Вот, свет тут поджег. И что теперь? Теперь мне... Ага, собака у меня на той зоне находится. И мы в любой момент, в принципе, можем сделать так. Мы должны эту собаку вначале убрать с этого. Чтобы она немножко отошла. Ушла с кнопки. Чтобы эта кнопка погасла. Теперь я эту собаку вот байчу. Она за мной бежит. И я должен так рассчитать, чтобы она возвращалась обратно. И чтобы я ее подловил. Поняли? Я должен так рассчитать, чтобы я ее как раз в этот момент, когда она будет возвращаться, как раз так взял и опа, и включил ее. Поняли? Кажется, я разгадал головоломку. Смотрите-ка. Вначале мы должны вначале убрать эту собаку с этого вот коврика. Тьфу ты, с кнопки. Теперь вот эту собаку я дразню. Она бежит за мной. Вот, она тут какое-то время будет... Вот, а теперь, когда она будет возвращаться обратно, я просто включаю свет, тяну лампочку в левую сторону и ту собаку превращаю в тумбочку. Сейчас она уйдет. Да? Вот, она уходит. А я здесь сейчас ее уже... Все. Готово. Прикольная тоже головоломка. И этот задний фон просто ужас какой-то. У кого-то кто-то вампир, кто-то там еще какой-то. Кто-то шарики надувает. И памятники жесткие, конечно, да. Так, что тут у нас? Ворон. Памятник. Бюст ворона. Что такое? Топает. О, глаза засветились, по-моему. А, нет, нет, только не придави меня. Я хочу еще жить. Мне что-то полно дел. Дырка. И бюсты все живые, все ржут надо мной. Это за что? Чё они ржут надо мной? Алло. Чё они надо мной смеются, а?
Так, и что теперь с тобой делать? Они хихикают, я ничего не могу с ними нажать. И как мне теперь сюда выбраться? А, тут есть лестница, я не заметил. Спрятана была. Достижение «Тайная комната» найдена. Тайная комната? Это секрет был какой-то. Что за картина? Два каких-то охотника. Ружье внизу, то есть это два охотника. Длинные волосы, шляпы круглые, странные, ну такие старые винные штаны. Какой-то бурсук Веллис или енот какой-то с дерева. Сзади, по-моему, собака. Опять этот ворон с длинным носом за деревом прячется. Так, дергаем. И что? Музыка будет? Костер горит. Что еще? Надо все моменты пытаться высмотреть. Горит костер. Собачка там сзади на этом фоне что-то головой машет. И чего? И все? Вот такая шкатулка? Я просто нажал вправо, может я что-то сбил? Еще раз запустил всякий пожарный. Я теперь ничего не нажимаю. Она просто... Огонь горит, они греются. А что они ночью сидят здесь? Ночью на охоте. Ну ладненько. Тут книга, кстати. Почему она открылась? Я пнул ее ногой, она открылась. Интересно, девки пляшем. Так. Куда-то я пролез. Я правильно пошел, наверное? А куда же еще идти? Больше некуда тут идти. Так, а тут наверх нельзя, только вниз по лестнице. Ой, собака. Кнопка. Кнопка на что влияет? Отключает свет лампы? Я не знаю, куда мне... А, я за книжной полкой ползу! Ничего себе, я думал, сейчас тут спущусь. Я могу тут прям слезть? Нельзя тут сползти. Только вниз могу пустить. Новая головоломка. Так. Так. Что у нас тут имеется? Давайте смотреть. Есть тут одна собака за книжной полкой. Есть здесь. А где именно пульт управления? Пульт управления вот этим вот, вот этим вот. Вон на меня уже гавкают. Собачка. А это есть пульт управления? Нет, это не пульт управления. А где управлять этой штукой? А я что, вниз не могу слезть теперь? А, вот так могу вниз. Могу. А, все, я увидел. Пульт управления вот здесь находится. Но я могу собаку на кнопку загнать сразу же. И чего? А там еще одна собака вон. А что, на что эта кнопка влияла? Подождите-ка, я забыл уже. О, я в тумбочку ее превратил. Но ненадолго же. Ага, у меня здесь должен был свет включен, уже быть включен. А он не может быть у меня быть уже включен. А зачем мне тумбочка? Мне нужно, чтобы собака, которая на втором этаже, нажала эту кнопку. А зачем я наверх ползу? Этого делать не надо. Цветок яркий. Пока что я не понял, как это пройти. Пока что я еще не знаю. Есть рычаг максимально повернут. Мы можем собаку пустить на ее коврик. Мне кажется, надо эту собаку как-то оттуда выгнать и заставить ее нажать на кнопку. Залезть наверх, нажать на кнопку. Залезть наверх. Я могу залезть наверх и заставить... Она же не нажмет на кнопку, она всего лишь будет стоять здесь возле кнопки. Может быть, надо было так сделать? Ну так, ну как, она разве будет дольше за мной бежать? Разве она будет дольше за мной этот бег совершать? Как вы думаете? Мне кажется, нет. Так, вот, допустим, вот это. Тут вот она и так вот бежит за мной приличное количество времени. К лестнице не хватает. Все. Увидела меня. Попробую ее типа вот закрыть сейчас. Вот там так, может так сильнее она загрится. Вот сейчас ее закроем, допустим. Она не пройдет. И что теперь? Ну, у меня вот я допустим агрю ее сюда. О!
поняли, что я сделал? Это случайно это совершил. Случайно. Я превратил эту... Я оградил ей путь, она не смогла отступить. Господи. Я как-то случайно к этому догадался. Ну, прошел. Хорошо. Идем. Еще какой-то уровень хочу. Хочу еще уровень. Хочу еще. Так, свет. Еще картина какая-то? Что это такое? Или это игру? Это игра, наверное. Мини-игра какая-то очередная. Меч, щит нарисованный, какие-то там лев, лошадка, конь, единорог. Так, рыцари, пробел. О! Как? Вверх-вниз. Защита. Ой! Мне не получается его надамажить. Его... О, я проиграл! Ничего себе, как это выиграть? Так, оживай, оживай. Еще раз хочу. Как, сейчас разберусь, я не понял. Вниз, вверх. Как понимать, где он блокирует, куда он атакует меня? Ой, я заблочил. И он заблочил. Так, надо щит. О, вверх! Куда, куда? Смеется! Но! О, сердечко забрал у него. Так, куда он будет бить? Вниз. Я блочу, 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 блочу. Вверх. Я заблочил. Куда будешь бить? Давай, куда? Я вверх блочу. Я бью вниз. А. Он смеется. Давай, вверх. О, есть. Так, я вверх блочу. Вверх, вверх, вверх. Блочу вверх. Когда он смеется, надо бить. В середину блочу. Сейчас будет смеяться. А чего он не смеется? Вниз. Не блочит ничего. О, смеется. Но! Есть! Получен достижение рыцарь! Еее! Победил! Достижение выполнено! Так, лифт вызываем. Фух. Так. Нажимаем кнопочку. Куда же нас... Боже, как искрятся эти шестеренки на лифте. Опасненько. Так, что мы тут имеем? Что мы тут имеем? Мультик какой-то. Опа. Что там? Снова этот ворон. Уже два. Ворон и какой-то птенчик. Уже вдвоем. Какую-то книгу ищут. Какую-то книгу. Я там какую-то книгу держу. Я какую-то книгу понемножку пододвинул. Мой персонаж. Вот она падает. Собаке на голову упала. Может, это как раз та книга? Думает, кто же, как же так? Он меня заметил, он меня видит. Та книга мне нужна. Ты должен мне ее доставить, говорит. Походу. Типа, верни мне ту книгу от собаки. Очень красивый уровень. Видите, какие тут всякие фрески нарисованы. С этого уровня я начну уже записывать следующий эпизод этой игры. Это была Крикс, игра под названием Скрип, в переводе, да? А увидимся с вами в следующем видеоролике. Спасибо всем за поддержку в виде лайков. Пишите ваши комментарии. Что еще? Ссылка в описании будет на плейлист, как я предыдущие эпизоды прохожу. С вами был Ниломоб. В следующих видосах. Всем пока.